К другим темам. Бутылки, рыбацкие снасти и другие выброшенные горожанами вещи. Несколько десятков мешков мусора вытащили из воды активисты Союза молодых металлургов. Экологическая акция проходила на набережной около Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Старт от Лукоморья. Молодые металлурги погружаются в лодки. Их задача – собирать мусор из воды. Подростки идут вдоль береговой линии. В этот раз помогать пришли ученики из школы номер 3. Наши дети всегда готовы. Правда. С удовольствием, лишь бы вот только помочь, мне кажется. Ну, и главное – провести хорошо время. Попросила администрация, так как мы общественная молодежная палата при Магнитогорском городском собрании депутатов, они попросили, кинули клич, и мы с удовольствием откликнулись. Инженер лаборатории охраны окружающей среды ПАО ММК Ярослав Батяев в этой акции участвует в первый раз, но говорит, на субботники ходит постоянно. Наблюдаю, что мусора все-таки меньше становится, люди больше начинают обращать внимание на это. Думаю, и родители стараются воспитывать детей, то, что у самого есть дочь, которую тоже стараюсь учить, чтобы не мусорить, убирать за собой обязательно. Но это связано также с тем, что у нас последние года очень часто обновляют парки. Молодые металлурги очищают здесь воду каждый год. И всегда улов большой – несколько мешков мусора. Нередко люди, гуляя по набережной, выбрасывают в Урал бутылки, целлофановые пакеты, упаковки от чипсов. А в прошлом году экоактивисты вытащили из воды детский велосипед. Ежегодно поступают жалобы от людей о том, что у нас очень грязная набережная. Соответственно, мы прикладываем всевозможные усилия для того, чтобы очистить ту территорию. Субботники, правда, сегодня немного принимают участие человек, но эти люди не могут отказаться поучаствовать в улучшении экологической ситуации в городе. По словам Анастасии Ломтевой, молодые металлурги стараются чаще принимать участие в субботниках. В этом сезоне, например, уже успели убрать мусор возле 5-й и 1-й проходных ММК на дамбе. В планах забег на гору Магнитную, где также будет организована уборка. Ну и, конечно, без актива Союза обычно не проходит ни один городской субботник. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН.